Ребят, всем привет! Хочу сегодня показать вам прикол. Обязательно попробуйте сделать это сами. Мне сегодня подходит дети, говорит: мам, а сделай вот так и посмотришь эффект. Но я думала, прикол какой-то, вообще не работает. Но когда сама попробовала, это что-то, ощущение вообще классное. Может быть, вы о нем уже знаете, но может быть, вы не знали об этом приколе. Если не знали, попробуйте, если получится, будет так же, как у меня, ставьте лайк, обязательно. Короче, берете, ищите любой дверной проем, где вы можете стать. Берете руки, упираетесь в проемы и давите. Давите, как будто хотите расширить проем. Давите секунд 20. Вот сколько сможете? 15, 20, 30 секунд. Давите, давите, давите. Эффект просто потрясающий. Сейчас я сделаю, потом Боре дам сделать. Все, прошло время. Теперь нужно отойти и дать рукам просто расслабиться. Я их не поднимаю. Они поднимаются сами. Класс! Это чувство невероятно! Я не поднимала руки. Это не прикол, это не развод. Руки просто начинают сами подниматься. Это такое чувство, как будто вашими руками управляет невидимая сила. Обязательно попробуйте. Я говорю, если получится, обязательно поставьте лайк. Боря, готов? Готов. Сейчас посмотрим на реакцию Бори. Ну, задачу ты понял. Упирайся. Может, на старости лет полетаю. О, давай, давай, сейчас взлетишь. Уперся? Это, конечно, классно. У нас дети разные штучки находят, выдумывают что-то и дают родителям тоже возможность поразвлекаться, так сказать, вспомнить детство. Посмотрим Борины ощущения сейчас. Готов? Готов. Давай, отходи. Да, есть такое. Есть? Скажи, сами поднимаются. Ну, у меня вот, видишь, на старости у меня все. Но это ты просто мало подержал, мне кажется. Я 30 секунд делал. Да? Ну, что-то с твоими руками действительно постарели. А значит, наверное, ребенок, если будет делать, вообще улетит. Родители, держите своих детей, чтобы они не улетели к потолку. Сначала мне ничего не чувствовалось, а потом чувствую только... Жжики пошли подниматься, да? Потянул. А у меня сразу. Сейчас я сам поднимаю. Да, это сам. Короче, ребята, классная штука. Ощущение просто супер. Обязательно попробуйте. Пока-пока.